Добрый день, меня зовут Татьяна Масцеева, я руководитель видеостудии Sales Video Production. На протяжении 5 лет мы наблюдаем бизнесы наших клиентов. За это время мы сняли более 500 роликов для различных компаний. Все это время мы отслеживаем их результаты и наблюдаем, как они внедряют снятые нами видеоролики в свои бизнес-процессы. Очень часто меня спрашивают: «Татьяна, скажите, а как использовать потенциал видео для продвижения? Ведь мы – производственная компания, не идти ведь нам с рекламой сложного технического оборудования на телеканал. И сможем ли мы найти свою целевую аудиторию на YouTube?» Разберем на примерах, на что способен ваш презентационный видеоролик. Видеоролик способен говорить о вашей компании и продукции сотни и тысячи раз во всех каналах коммуникации. Он может привлекать новую целевую аудиторию через социальные сети, отраслевые издания, конференции и даже усилить эффект сарафанного радио. Один из наших клиентов, компания Мегатехника, производитель медицинского оборудования, расширили свою аудиторию в профессиональной среде, разместив видео на канале YouTube. Эффект по сбору аудитории превзошел даже мои самые смелые пожелания. За один год мы привлекли несколько десятков тысяч посетителей со всех стран мира. Видео помогло компании Мегатехника привлечь новую целевую аудиторию. Также мы наблюдаем расширение охвата целевой аудитории, привлекаемой к стендам на выставках. Ролик этот всех интересовал. Экскурсанты, которые проходили мимо нашего базирования, места базирования, задерживались для того, чтобы посмотреть, потому что эффекты, которые там вот были представлены в этом ролике, и звуковые в том числе, и зрительные, они достаточно эффективны. В данный момент у нас сейчас порядка 4 предложение есть на разработку бесконтактных устройств заряда. Этот ролик задачу выполнил целиком и полностью. И еще одно направление расширения охвата самой заинтересованной аудитории – это работа с рекомендациями. Один из наших клиентов, клининговая компания «Сочи Атмосфера», заказали у нас съемку презентационного фильма, потому что поняли, что их крупные заказчики и потенциальные клиенты общаются друг с другом по WhatsApp. Теперь к их общению добавилась ссылка на видео, что ускорило коммуникацию в разы. После просмотра 3-минутного видео, полученного по рекомендации, потенциальные клиенты узнают об их компании и делают заказы. Когда вы проводите встречи, вам необходимо подкрепить свое сообщение фактами и наглядными примерами. Демонстрация вашего офиса, производства и оборудования всегда способна подтвердить и даже усилить то, о чем вы говорите. Помимо использования на личных встречах, видео работает и при отправке коммерческих предложений. Процент открытия этих писем повышается благодаря установленной в нем ссылке на видеоролик о компании, а уровень конверсии в следующий шаг становится выше, потому что видео повышает уровень доверия и лояльности. Для подкрепления этого тезиса продолжу кейс компании Мегатехника. Мы сняли инструкцию о работе оборудования и ролик-кейс о том, как оно уже внедрено в клинике имени Вредена. Эти оба ролика менеджеры компании отправляли вместе с предложением по электронной почте. Эти же видео они показывали при встрече. В результате они продали оборудование в 104 клиники страны и вышли на зарубежные рынки. Используя видео в различных каналах продаж, вы можете не только ответить на ключевые возражения клиентов и подкрепить фактами ваше сообщение, но и решить более глобальную задачу, такую как смена позиционирования компании. Один из наших клиентов, компания ЗАО «Энергия», много лет были эксклюзивным дистрибьютором трубопроводной запорной арматуры Dender Valve Industrial в России. А в 2016 году они запустили собственное производство. Помимо демонстрации видео на выставке «Акватерм» в Москве, они осуществили рассылку по всей клиентской базе компании. В письме они сообщили о запуске производства, а видео подтвердило это сообщение и наглядно продемонстрировало новые возможности компании. Итак, мы видим, что видео способно расширить охват аудитории, осуществить касание целевой аудитории даже без вашего участия и повысить результативность каждого канала коммуникации. Представьте, как вырастет ваш бизнес, если больше людей посмотрит ваше видео. Доверие к вашей компании вырастет и результативность встреч повысится. Ведь именно расширение охвата целевой аудитории и повышение результативности каждого канала коммуникации напрямую влияет на оборот и прибыль вашей компании.